Здравствуйте, уважаемые товарищи! Рад всех вас приветствовать! Вопросы, поставленные в пленарном докладе Геннадия Андреевича, очень своевременны. Рыночная система, направленная прежде всего на получение прибыли, а не на удовлетворение нужд общества, тормозит решение стоящих перед Россией задач. Она с неизбежностью ведет к разрыву связи между людьми, к коммерциализации всех сфер жизни. Общество атомизируется, а распыленные, отчужденные друг от друга люди становятся желанными объектами для всевозможных манипуляций, становятся легкой добычей для рвачей и хапуг. Без изменения в экономике, без увеличения в ней элементов планирования, наша страна неизбежно зайдет в тупик.